The next stargate in your route will always have a yellow icon like the one below. Find this gate in the overview and jump through to move closer to your destination. You can also activate the autopilot to automatically warp and jump your ship towards your destination. While useful, the autopilot is not as fast as manually traveling from gate to gate. Once you've docked at the Career Agent Station, you can contact them for further instructions. Включаю автопилот. Беру курс на гиперворота. Включаю варп-двигатель. Приближаюсь к гиперворотам. Прохожу сквозь гиперворота. Беру курс на гиперворота. Включаю варп-двигатель.
Приближаюсь к гиперворотам. Прохожу сквозь гиперворота. Беру курс на гиперворота. Включаю варп-двигатель. Приближаюсь к гиперворотам. Прохожу сквозь гиперворота. Беру курс на станцию. Включаю варп-двигатель. Приближаюсь к станции.
Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Запрашиваю разрешение на вход в док. Автопилот отключен. Корабль прибыл в место назначения. Career agent has offered you a mission. Accept it, and you will begin your chosen career path. You are now in the good hands of the career agents. I suggest exploring different careers with their guidance. I will now enter standard operations mode as your ship's AI.
Thank you.
Включаю варп-двигатель.
Включаю варп-двигатель. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Thank you.
Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель.
Включаю варп-двигатель. Thank you.
Залежи руды исчерпаны. Включаю варп-двигатель.
Включаю варп-двигатель.
Залежи руды исчерпаны. Залежи руды исчерпаны. Включаю варп-двигатель.
Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Thank you.
Thank you.
Закончено освоение навыка.
Включаю варп-двигатель.
Thank you.
Включаю варп-двигатель. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено.